передача идет на трехочковую. Здесь сразу так и не последовало, но со средней полетело и залетело. Это двушка с трешкой, но трешка совсем не точная. И полетела атака Бейлора. Еще раз Идрисов под кольцо полетел мяч. И... сможет увести свою команду вперед. Но с игры пока у команд не летит. Придется еще какое-то время. Мишо второй. Передача на Ершова. Ершов Гейеру. Красота. На спине у игрока номер. Сейчас мы его и увидим. Субботин. Еще два шага. Пытается набрать и набирает. Красиво. Пытается набрать и набирает. Красиво. Красиво. Передача. Ух, на Гейера. Легко проходит мяч. Гейер забивает 2 очка. Субботин. Четвертый номер появился на паркете. Это Иванов Денис. Бросает 3 в душку. Но в этот раз есть сквозняк. Передача. Еще передача. Гейер в итоге завершает. Передача. Ничего не скажешь. В такой, конечно, ситуации только погрустить приходится. Когда мешает пока игрокам делать все, что они хотят. Ершов. За слоном от Гейера. 3 будет. 3 полетело. Выдава. Давыдов. Передачу делает на Субботина. Субботин бросает 3. 3! Но оба промахнулся Григорий. И вот для него это уже будут не первые очки, но первые штрафные. И один из них есть. Ну, такое тоже случается. Чего мы только не видим. Дивизион Рофл. Не точно. Второй штрафной брат Гейева, но Ефим пошел в штрафную. Че, как штрафную. В рестриктед зону скорее, знаете. Краски. Ну, хорошо, что закончилось все. Не очень плачевно для команды Гризлис. Один добавил очки. Там, если честно, я не очень момент эту увидел. Просто чуть-чуть потерял бдительность. А там, оказывается, был Эндуан. Надо это... Субботин бросает с получения. Ну, не сквозняк. Поэтому можно сказать, что здесь был подготовлен достаточно бросок. Реализовать не сумели сейчас свое владение. Ершов. Ершов делает передачу здесь. Попытка исполнения. 96 номер. Григорий Прокопчук. Забил. Теперь перехватывает Григорий. Нерезультативная и... пока не может он передачи даже нормально придумать. Здесь проспали игрока, но Прокопчук пошел сам. Да, мимо, мимо в плане... атака мимо, ну конкретно мимо, потому что Гриза спланировали в кольцо соперника. И Тигея! Просто не справляются с тем, чтобы защищаться в краске успешно. Прокопчук забивает первый. Это просто потеря. Нет, нет, 2 очков. Есть подбор у Бейлора, Гейер. Ну ладно, не зафармил 2 очка. Здесь Райнбаден сделал еще передачу на Давыдова. Снова Субботин, это какая-нибудь... нет, изоляции никакой. Субботин, 3. Сейчас обе ноги на паркет, из-за чего это был фол все-таки в защите. Илюхин бросает первый штрафной, он у него точен. Делать скидку на Ершова. Ершов можно отдать Идрисову, но Ершов сам идет. И сам подбор забирает. На Гейера какая передача. Покрутился, еще крутится, бросает сам. Но безыдейно. Это безыдейно. Гейер. Передача под кольцо. Давыдов. Давыдов скидку делает. Богдан Давид. И, да, Гризлис здесь, ух, Сергеев, Сергеев, Эндуан. И здесь забит. Не будет пока второй трехи. Влад Доколько не забивает. Илюхин, есть.
мимо, Заманов не попадает. Прокопчук до конца пойдет. До конца дойдет. Придется делать еще один шаг для того, чтобы найти еще пространство. Прокопчук под кольцом Илюхину. Красиво. Прокопчук. Алексеев Субботину отдает. Бросок с трехи. Заманывает. Трешка есть. Наконец. Прокопчук. Два шага. Кольцо идет, но мяч теряет. Носков. Останавливается. Бросает два. Забивает два. Выдов сделал скидку. Еще Заманов. Заманов под кольцо. Ну, под кольцом не играют. Есть! Медведем, что? Под кольцом. Если ты хорошо играешь под кольцом, то ты в матче лидируешь. Дейер бросает второй. Субботин делает передачу на Давыдова. Давыдов бросает три. Сквозняк. Дейер! Два шага! Там два шага, уверенно от счета забиваешь. Очередной раз, еще можно вперед убежать. Прокопчук теперь. Аскаров. Дейер. Здесь будет ли? Будет. Ершов. Поэтому продолжается атака медведей. Бросает в лицо. Да, Субботин, да, не Давыдов. Это из-под кольца. Ершов снова хотел заработать фол. У него за этот матч это прекрасно получалось. Заманов. 3-4. Еще два очка. Грустно, что мы видим это только в последнюю минуту матча. И есть теперь. От Прокопчука. Субботин. Заманов бросает, забивает.